Чтобы утро было добрым и хорошим, я предлагаю вам супер-мега завтрак от Палыча. Омлет, омлетик мой. Здесь овощная смесь, несколько яиц, ну ладно, несколько, 8. Колбаска, лук, очень мало масла. Ну, короче, я красавчик. Давай, 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 мощно, чуваки! Вперед! Сказали, немцы играют очень плотно. Вот вам. Сейчас будет кирдык. Вперед. Давай, 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 давай. Прошла первая середина, первая половина первого периода. Россия! Россия! Немцы сопротивляются, но знаю, это бесполезно. Бесполезно. По-прежнему 0-0, но немцы довыкаблучивались. Сейчас будем играть в большинстве. Сейчас будет 1-0, 1-0. Я всегда говорил, что немцы – это машина. Но отбились, отбились. Давайте, давайте, трудитесь быстрее. Полсекунды до конца первого периода и уже 1-0. Перерыв. Наши просто зверюги. Мы готовы смотреть второй период. Россия-Германия. 1-0. Вперед! Боря, не мешай, смотри телевизор. Твоя задача смотреть телевизор и держать подушку. Давай, 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 давай. Все, поехали. Адольф на скамейку! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Давай. Второй период закончился, 1-1. Что-то расслабились. Давайте, соберитесь, мужики! Гол! Гол! Третий период! Жмите, чуваки, давайте! Вот и закончился супер матч. Немецкая машина дала сбой. Я бы так сказал. Deutschland kaputt! Я-я! Смотрите хоккей, смотрите мой канал. Всем удачи!